Прежде чем сыграть следующую песню, я хочу узнать краткую предысторию. Вообще, мы не планировали ее играть сегодня, потому что она, эта песня из репертуара группы «Наив», и мы хотели не играть наивских песен. Ну, а придя в клуб, мы поняли, что никуда мы от этого не денемся, а потому что придет много людей, которые захотят их все равно услышать. У нас есть в репертуаре песня, которая называется «Вася 2». Это некий сиквел, продолжение темы. Поэтому, прежде чем мы приступим к номеру 2, сейчас звучит оригинальная композиция, которая называется «Вася». Yeah.